еще раз. Во. Все. Ну как-то с ним вдвоем тоже, тоже спускали, так я уже теперь знаю. А где кормовое? Пришло? Или это теперь кормовое? Садись. Бой. А кого с нами? Да не надо его сейчас пока с нами. Ой, так он поплывет ведь. Да куда поплывет? Посмотри, тут, посмотри, и тут, там, 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 посмотри. Холодно, вода тай. Сиди там, посиди, тут, я бабушка приедет. Сядь. Посиди тут, сиди, сиди, сиди. Сейчас бабушка придет, придет, придет. А? Сиди тут. Сиди. Или держи так, берегом. Держи берегом. Иди домой. Домой иди. Только чаек. Вот. Такое дело. Тут был лагерь. А, много сидела. Один раз я пришла и вижу, как они бросаются на таких заключенных в яму. Прямо, ну, в чем они умерли, в том и бросали в яму. Бросали как по линии. Как по линии. Как вы думаете, много их тут захоронено? Ой, не знаю. Как немного, весь лагерь почти. Все распущено. Что там, заводы, фабрики делали, делали в советскую власть. Вот бы Сталин дал бы такой, значит, это указ, что вот такого вот надо, как бы, знать. Да, не надо сейчас. А все записывается, ведь не надо. Палку-то держите повыше, чтобы они не это самое. Ведь они тут особенно беспокоятся. Чтобы в голову не кинули. Проектная декларация на парк Рублёва.ру. Застройщик ЗАО «Рублёва». Движение. 8:40. Понедельник, 21 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Сегодня 21 декабря, день рождения Сталина. У меня возник вопрос для слушателей. Я хочу задать вам, уважаемые слушатели, следующий вопрос. Вот если бы Сталин был жив сейчас, правил бы Россией, тебя убили бы или нет? Да меня бы уже точно давно прикончили, так как не могу держать язык. Это действительно смертельно опасно. Здравствуйте, следующий на линии, слушаю вас. Здравствуйте, меня зовут Сергей. Здравствуйте, Сергей. Тут же странный вопрос. Вот именно Сталина мы все были равны, у всех была работа. А вот во время перестройки, в начале 90-х, был уничтожен Советский Союз. Посмотрите, что у нас сейчас. Это что, американский капитализм? Да, да. Сталин убийца. Стоп! На его совести миллионы убитых людей. Да, но Сталин не единственный ответственный. Послушайте.
мои обе бабушки и оба дедушки были убиты в то время. После всего, что стало известно во время перестройки, в масштабах его злодеяний, просто не верится, что его опять открыто превозносят за все его так называемые геройства. Его геройство? Да, я это уже слышал. Привет, народ. Сейчас они в машине. Сейчас давайте тогда как-то решим. Там оказалось невозможно встать, как в прошлый раз. Могут потеряться. Давайте смотреть. Подходите по одному. Здесь сначала будут такие вот коробки, которые каждый может взять одну. Раз. Взял. Ну, придерживайте ее. На бок лучше не кантовать. Нет, здесь нет. Машину, и там справа еще автобус стоит. Когда вот, говорят о многочисленных жертвах, да, или о большом количестве людей, которые сидят с багажом травм от там, преступлений сталинизма или сталинских репрессий, простите, я на самом деле здесь не верю в то, что эта часть общества настолько многочисленна. Да. Сталин остается жесточайшим тираном, который ел младенцев и насиловал старушек. Хотя в последние годы я могу сказать, что накал антисталинизма значительно спал. Люди не хотят больше читать страшные сказки об ужасах ГУЛАГа и прочем. Здравствуйте. Почему вы здесь сегодня? Сегодня день рождения Иосифа Виссарионовича Сталина. А что для вас означает Сталин? Расскажите. Сталин для нас это все. Это победа. Это социалистическая демократия, как сейчас любят говорить демократию. Это советское время. Это на индустрии. Это
победа. Это держава, да, это наша держава. Это, да, прорыв, держава, да, это прорыв в космос нашей страны в первом на земном шаре. Почему нет? Все нормально. Репрессии. Я, знаете, что в Министерстве лесной промышленности работала, и когда Хрущев реабилитировал вот этих вот, которые сидели, они буйволы пришли, к нам в главку пришел Пельта и Егоров. И это пришли мужчины, просидели, где они там, репрессированные. Ну да, в ГУЛАГе были. Во! И они буйволы были. А сейчас все покойники, да, молодежь, да, ходят. Молодежь. Они... Молодежь. И скажите, и еще скажите, законопослушные граждане не сидели. Не сидели, правда. Да, конечно, это конечно. Сидели воры, рыльце было в пушку, тех и сажали. Объявлен траур по погибшим на шахте в Донбассе. Тем временем в России, вот как я вижу на ленте... Когда я был подростком в Советском Союзе, мне казалось, что пройдет еще 15 лет или, может быть, 20, и мы будем жить на других планетах. У нас будет огромная сильная страна, мы вместе с нашими соседями сможем осваивать космос. Живем в каком-то мире материальных ценностей, и мне кажется, это тупик цивилизации, какой-то другой путь, который, ну, некая безысходность в этом есть для развития всего человечества. Что ты говоришь про колеса? На горло не очень хорошо действует. Серьезно? Мне кажется, да. Ты не крепко налил? У меня был старший сын, он некоторое время назад погиб. Причиной гибели стал вот тот образ жизни, который он вел, который был, наверное, с его точки зрения такой очень современный. И который был абсолютно невозможен в советском обществе. Я не видел того, что он наркоман, но, судя по всему, он начал употреблять наркотики. И это было частью вот той богемной среды альтернативной музыки, которой он занимался. Да, это он поет. Сегодня день его рождения. Сегодня ему было бы 26 лет. Судя по всему, пожар произошел в тот момент, когда он готовил для себя наркотики, и что-то у него загорелось или взорвалось, и он очень сильно обгорел, и в результате там через какое-то время уже умер в больнице, его не смогли спасти. Thank you.
Может быть, нам с тобой купить? Это самое, это пластмассовые какие-то хорошие. Вот такой вот, 350 очень дорого нам. Давай вот эти вот. Давай вот эти вот возьмем. Такой, да-да, давай. И бабушке и маме дай по такому цветочку, бабушке и маме. Вот тут цветочку нужно. Ага, давай. С кем расплачиваться, где? Где тут кто? Кому платить? Не убегай от меня, я не могу так быстро идти. Я не могу так быстро идти. А не можешь так быстро идти? Конечно. Ты что, молчишь-то, я-то бегу. Я тебе говорю. А вот сейчас уже быстренько. Вот все. Я их уже вижу. Наши хорошие, мы к вам идем и гостей ведем. Вам целое кино ведем? Да идем и гостей еще ведем далеких, издалека. Все спали, ее ночью пришли три дядьки и убили. Я когда проснулась, мамы нету. Отец сказал, мамы больше нету. А где она? Она ушла, ей нету больше. Ну и все, нет и нет. Мы чего, нас утром встали, нас накормили. Мы их забыли, опять побежали. А когда пришли, действительно, мамы-то нету. Ой. Здравствуйте, здравствуйте, наши родные. Здравствуйте. Это хорошие все. Уточка. Здравствуй, мамочка. Здравствуй, наша хорошая. Мамочка, ты наша хорошая умничка. Мы тебя любим, помним. Умничка ты наша. Это был 42-й год. Март месяц. Время тяжелое, военное. Наша мама приехала к бабушке в деревню, бабушка жила уже, ей была одна комната в школе, уборщица работала. В эту комнату мы приехали, и вот пошла мама в соседнюю деревню, у мамы у нашей был отрез на юбку, и она этот отрез поменяла на зерно. Вот одна женщина была там как бы тайный агент. Евдокия ей сказала... Панька у нас была, ей хорошо живется. Она, мол, поменяла отрез на зерно. Вот, а теперь пойдет ребятам своим хлеба напекет. Вот. И через полмесяца пришли, и маму арестовали. Что она разводила пропаганду. Плохо отзывалась о власти, о Сталине. Что сказала, якобы... Сказала, что немцы живут лучше, они нас победят. Якобы распространяла иностранную литературу и говорила плохо. И вот ей за это арестовали. А на самом деле мать у нас вообще безграмотная. Хорошая вы наша. Спасибо, что нас не бросили, воспитала бабушка-то нас. Маму забрали, мы остались. Мне было 2,5, Тамаре чуть побольше. Не бабушка бы, да нас бы в детдом сдали. Спасибо бабушке, не отдала нас в детдом. Так бы раскидали всех, кого по разным. По разным детдомам бы разбросали, потом вообще бы мы не собрались уже, может быть, никогда.
Но мама была беременна. У ней была 58-я статья, 10-й пункт. Расстрел. Как изменник родины, расстрел. Но то, что она была беременна, ее не расстреляли. Ребенок ей сохранил жизнь. Она знает, что она рожала, об этом напомнит, что рожала. А ребенка сразу изъяли в другую палату и приносили только по часам кормить. А ей надо было на работу ходить. А ей же надо было на работу ходить. В общем, ребенок был под присмотром тех нянечек. Да, кто смотрел за ним, кто за ним ухаживал. Она об этом ничего не знала. Ну, ухаживал ли кто, да. Тоже никто не знает. Когда он умер, ей сказали, что ваш ребенок умер. Мама говорит, я даже вздохнула. Потому что я, говорит, не могла переносить ивонный крик. Плач. Плач-то ивонный. Да нас-то трое дома. Да. Что-то такая сегодня слезливая-то. Чего-то прям такая слезливая сегодня. Нехорошо с моей стороны. С вами Михаил Титов. Коммунисты Петербурга предлагают установить в городе памятник Сталину. И таким образом в год 70-летия Победы отдать должное верховному главнокомандующему, благодаря которому, по их мнению, была выиграна война. Между тем, идея увековечить память генералиссимуса озвучивается уже несколько последних лет. И по разным опросам сторонников того, что Сталин самый выдающийся политик страны, становится все больше. Анатолий Яковлевич, вы как считаете? Пока общество расколото вот настолько. То есть мы даже здесь, вот внутри этой студии, не можем найти общий язык. Ну ничего страшного, мы беседуем и сидим в этой студии, уже хорошо. При Сталине мы бы не сидели. Ну, я думаю, что мы сидели бы в другом месте. Не беседовали, даже темы такой не было бы. А если бы побеседовали, то конец наш был бы плох. Этот человек находился 25 лет во главе Советского Союза, практически руководил им. За 25 лет его власти в нашей стране пропали без вести и погибли от репрессий и войн миллионы людей, без преувеличения, по оценкам прокуратуры, по официальным оценкам и так далее. Сейчас я просто хочу в продолжение этого разговора показать карту. Михаил Иванович, давайте мы сейчас покажем карту страны. Карту страны. Весь Союз был в лагерях до начала 60-х годов. Да? И политическая, 58-я статья, вот обратите внимание, да, это карта ГУЛАГа. 53 лагерных управления. Это тысячи лагерных отделений по всей стране. Можно говорить, конечно, сейчас о том, что только благодаря этому страну восстановили, но когда мы теряем миллионы людей, убивая их на стройках там, Дальнего Востока, Крайнего Севера и так далее, я не понимаю, чем это можно оправдать. Давайте, как вы так по идее? Дайте все-таки мне два слова. Можно вот Михаил Борисович скажет? Да. Разрешите, что я сказал? Тут сидели политические враги государства, враги народа. Когда им дали волю, они государство в 90-м году уничтожили. Дали бы им волю в 37-м, они бы уничтожили. Если по опросам в конце 80-х мы имели 8% жителей страны, которые говорили, что Сталин великая личность, герой, то сейчас по последним опросам вот этого года 52% это максимальная оценка. Максимальная оценка. Откуда это в таком случае, объясните мне? В первую очередь это связано с тем, что он построил великую державу. Он не отдал ни одного метра земли. Он только расширил. Он превратил Россию в великую державу. Он сумел сделать рывок, который, наверное, в истории человечества не был сделан. Да, вот мы сейчас от перестройки посчитаем. Государственный архив Российской Федерации, 7 томов. История сталинского ГУЛАГа. Желающие могут ознакомиться с документальной историей этого ГУЛАГа. Что касается... Вот это и есть пурга, как да, вы говорите. Документы Филькины грамоты. Ну, все, кроме вашего Филькины. Михаил Борисович, можно включать фантазии, фантазировать на тему?
Но если бы не перестройка, занятия эти были бы невозможны. Я как историком. Архивы были закрыты. В прессе, в книгах ничего не публиковалось об этой теме. Мы должны были об этом знать. Здесь тюремная подписка. Даю органам госбезопасности подписку в том, что я, Таммин Адольф Карлович, что я слышал и видел в лагеря, обязуюсь хранить в строжайшей тайне и никому не разглашать, в том числе и ближайшим своим родственникам. 1939 год. И вот этот человек вышел. И представь, почему мы не знали все десятилетиями? Он вышел под угрозой полной. Вот, вот таких выпущенных, но не расстрелянных, больше, как правило, даже не расстреливали. Но они хранили гробовое молчание всю свою жизнь. Да. Как же можно забыть такую историю? Вон ямка тебе, папа. Да это не мне ямка, это окопы. Вот смотри, Наталья. У нас есть вот эта канава. Здесь когда-то была дорожка, просека. Значит, ты пойдешь параллельно этой канаве, метрах в 10. Обращай внимание на ямки. Как выглядят ямки, ты знаешь. А я пойду с этой стороны дороги. Да, пойдем, и мы будем друг друга видеть. Если что, кричи. Понятно? Да. Давай, пошли. Почему до сих пор неизвестны места, где расстреляны люди? Потому что власть не заинтересована в том, чтобы эти места были найдены. Увидишь ямку, кричи. Что? Увидишь ямку, говорю, кричи. Не заинтересовано государство в том, чтобы мы на уроке вот этой темной нашей истории мы сделали соответствующие выводы. У нас государство говорит, вот мы победители. Медведь, однако. Да, медведь, но старенькая. Наташка, далеко от меня не убегай, тут медведи есть. Наташка. Наталья. Наташа. Наташа, иди сюда. Чего тебя туда унесло? Солнышко, ты в каком классе, какой класс заканчиваешь? Ну, параллельно знаешь, что такое? Рядом с дорогой вот с этой, в 10 метрах от канала от этого. А тебя куда унесло за 100 метров? Давай эту дорожку посмотрим. Тоже отойди вот метров на 10. Я отойду. И вот, чтобы 10 метров от этой дороги у тебя было всегда. Я никакой не вижу. Ямок не было.
были бы ямки или не были бы. Так, ну что? По всей видимости, вот все эти места, которые, значит, были тайными, они где-то в недрах КГБ, они известны. Где-нибудь лежат схемы, описания и так далее, и тому подобное, свидетельские показания. Но добраться до них мы не можем. И поэтому вот те массовые захоронения, которые сейчас известны, они, ну, найдены, ну, скажем так, повезло, что смогли найти. Моя внучка похожа на... Вот да. Это мама. Я была с мамой в комнате в нашей, и я ложилась спать. И она, не знаю, была ли она со мной около кровати или нет, ну как ребенку укладывают спать? Наверное, я сама ложилась, уже все-таки 8 лет было. Вот. И вдруг вошли военные. Сначала без отца. Потом ввели, вот третий военный пришел, привели отца. И начали сразу разбирать вот эти книжки. И мама сразу, как вот, знаете, наседка надо мной вот так легла, я лежу, она вот так. И не давала мне смотреть. И говорила все время мне, тише, тише, не надо, не спрашивай. Это нужно. Ну, в общем, ты спи. Вот это, а больше я ничего не помню. Я помню вот две вещи, что я сказала, зачем бросают книги. И хорошо помню, что когда у отца текла вот здесь кровь, я сказала, мама, у папы кровь изо рта идет. Потом увели отца, не дав нам, ни мама, ни я к нему не подошли, так что проститься не дали. А потом увели маму. И, видимо, это так на меня подействовало психологически, что я потом ничего не помню. У меня провал в памяти. Вот совершенно. Вот, понимаете, вот как дыра. Ничего не помню. Это был последний раз, когда я видела своих родителей. Только ты знаешь, что твой объявленный врагом отец оправдан, но знаю только я. И, может быть, ФСБ. А всем остальным никто об этом не говорит. Если бы сказали, что вот эти тысячи людей, миллионы невинно погибли, то нужно бы было государству, если не оправдываться, то, по крайней мере, осудить
действия коммунистической партии этого не было сделано. И поэтому все идет вот каким-то таким путем, все время возвращаясь назад, как, знаете, поезд туда-сюда, вот и тут так же. Я не знаю, чем это кончится, потому что народ продолжает верить, что, ну вот это свойство, видимо, нашего народа, что сильная власть и сильный человек могут все сделать. Мама сидела в этой тюрьме. В это время, когда она сидела, пришла телеграмма из Ленинграда расстрелять 600 человек неблагонадежных. Ответная была телеграмма. Расстреляем 1200. План выполним на 200%. Как будто дрова. Не люди, а дрова. Били дубинкой по голове, чтобы они теряли сознание. Вкладывали в машину, накрывали брезентом и так везли. Нашли такое распадок, урочище, где немножко холмы поднимаются, не так слышно выстрелы. Там заранее копали ямы, и их по 200 человек в течение 7 дней эту всю группу соловчан расстреляли. Там большие-большие захоронения. Считают, что там не меньше 12-19 тысяч человек лежит. Но где, в какой яме, кто, никто не знает. Еще раздеваться заставили. Да. Вот женщина тоже все-таки есть пожилые совсем. Mm-hmm. Женщина пожилая, все-таки есть пожилые совсем. Здесь это место. Mm-hmm. Все такая сумочка. Здесь же Карелов много. Mm-hmm. Вообще? И вообще город был заключен. Mm-hmm.
На подъем прошу не задерживаться. На сходе с эскалатора... До перестройки, безусловно, был абсолютно советским человеком. Абсолютно защищен. Преступность практически отсутствовала. О наркомании мы не знали. О проституции мы там знали, как это бывает в иностранном кино. Все люди честны, открыты, порядочны. И ты знаешь, что ты можешь от... стрельнуть на улице сигарету или попросить 2 копейки, у незнакомого человека на улице это было в порядке вещей, это было не стыдно, и люди охотно делились этим. Советских людей жрали просто вот в этой новой среде. Такие наивные, они стали как кормом для акул. Перестройка – это ошибка. Цепочка ошибок, которые привели к тому, что мы имеем сейчас, и вот к самому большому разочарованию в том, что нет того, что могло бы быть сохранено. Когда у тебя веселые жизнерадостные рыбы и растения, это значит, что у них все в порядке. Значит, ты сумел создать для них среду, в которой они себя чувствуют комфортно. То есть как бы ты творец этого маленького мирка. Красиво. Привет. Не закрываетесь? Нет. Начну. А кого закрывать? Ты как тут? Болею. Болеешь? Ага. Что-то он простыл. Подожди, а чем ты болеешь? Я хотел, чтобы наша страна была такой же, как и прежде. Вы знаете, во-первых, это была большая, мощная страна. Во-вторых, у нас было что посмотреть, как люди живут. У нас была Прибалтика, значит, Эстония, Латвия и Литва. Вот. Но мы советские люди. И это значит, что ну, это что-то большее даже, чем национальное. Это что-то вот общее, что объединяет всех. И конечно, конечно. Ты знаешь, ну, как люди разных национальностей в рамках одной религии. И все мы свои. Абсолютно. Это была такая идея, что мы жили и работали... Именно за идею, а не за зарплату. У нас ведь не было каких-то счетов в банках, там у нас не было недвижимости, мы не занимались никакой коммерцией. Нам деньги были нужны. Мы получали зарплату, вот все в Советском Союзе. А вот про эти ГУЛАГи, то, что там кто-то был в ГУЛАГах просто так, мы просто не знали этого, не знали. То есть
У меня никто не был в семье никогда репрессирован. Мы же не были против советской власти, мы ничего. Мы, кто сидел в этих лагерях, я не знаю. Это было для основной массы советского народа, это было нормальное время, понимаете? И, собственно, мы ничего не боялись тогда. Больше всего, что народ чтит до сих пор Сталина именно за то, что он был сам бескорыстен, да? Он ничего для себя хотел. В полях работают труженики земли, без помещиков, без кулаков. Руководят этими работами люди из народа. Это и называется у нас социализмом в быту. Это и называется у нас свободная социалистическая жизнь народа. Потому что у нас нет капиталистов, нет помещиков, нет эксплуатации. Ту ответную реакцию молодых, которым через несколько лет предстоит стать. Сделано это было за очень короткое время, и невозможно было сделать это без таких наставников и без таких талантливых молодых людей, как вы. Здесь все самые лучшие. Oh, la 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 la
у нас, если говорить по Марксу, у нас капиталистическая стадия развития. Мы движемся к демократии. Поскольку вы беседуете, в общем, с человеком, который открыто исповедует монархические идеи, я считаю, что демократия для России – это явление пока очень чуждое. Я эту демократию наблюдал в 90-х годах. Богу стал молиться тогда, когда увидел, что на престол, ну, так я для себя говорил, зашел Владимир IV. Вот. То есть Путин для меня, безусловно, монарх, а он как Пушкин, он наше все. Причем я говорю без всякой иронии. Монарх – это единовластие. То есть у нас нет выхода, мы должны идти к демократии. Понимаете, но это должна быть какая-то наша демократия, вами выработанная, которая бы натура наша, русская, российская, принимала. Но я очень рассчитываю, что я до демократии не доживу. Потому что то, что я видел, мне очень не понравилось, и я в ножки готов поклониться лично Путину, не президенту, говорю, а лично Путину. Я ему лично готов поклониться за то, что он прекратил то безобразие, которое у нас было до этого. Заведующий кафедрой мировой литературы и культуры МГИМО писатель Юрий Павлович Вяземский. Для вас духовная скрепа России, российская история, которую вы воспитывала. А это очень сложно, потому что мы даже вот в моей жизни, понимаете, мой дед родной по отцу был расстрелян, как изменник Родины, 37-й год, за то, что он был поляк. То есть перед вами стоит внук врага народа. С другой стороны, другой мой дед, он всю блокаду просидел в Ленинграде. Так что Сталин – это фигура очень разная. Спасибо большое. Герман, можно, пожалуйста, с вами сфотографироваться? Да не думаю, что я могу. Я могу со мной, ты все. А меня потом кто-нибудь сфоткает? Ой. Сфоткал? Спасибо. Ой, спасибо. Наше новое сообщение. Начинается следующая часть нашей насыщенной программы. Каждый может записаться для участия в совместных спортивных мероприятиях. Я не пытаюсь найти здесь чью-то еще вину за произошедшее с моим сыном, для того, чтобы снять часть вины с себя за то, что произошло. Участвую в молодежных проектах фотографом. Это будущее интеллектуальной элиты страны. Как я пытался, когда сын еще был жив, как-то его заинтересовать, пригласить, принять участие, ну, к сожалению, не успел. И ему, как ребенку 90-х, это было не очень интересно. Я, к сожалению, не нашел или не очень хорошо старался, не нашел возможности его заинтересовать. Создал центр библиотеки «Родот возвращенные имена». Потому что я ее здесь придумал, обосновал, что здесь можно этим заниматься,
Это благодаря тому, что я доказал в свое время, что библиотека может быть центром внеполитическим для сохранения национальной памяти о репрессиях. Минимальную помощь государство оказывает. А вот боятся, запретят ли мою работу. Мы всегда понимали, да, сегодня мы работаем, а завтра эта работа может закончиться. Я перестал бояться. Этим невозможно жить таким страхом. Вот в той или иной степени действительно я чувствую себя стоящим против течения. Но я должен стоять. Сколько человек в Российской Федерации занимаются вот таким сохранением памяти? Наверное, если сказать в той или иной степени, наверное, несколько сотен человек. Но, конечно, по большому счету, немного таких людей, я думаю, немного. Картина репрессий ужасна. Не хотят люди. Не хотят вникать это, не хотят читать, не хотят этому Это голень. Помка. Ну что, голень. Это место захоронения заключенных Ягринлага. Дело в том, что у нас вокруг болота это место было песчаным, сухим, поэтому здесь стали хоронить заключенных. Из города, из лагеря привозили каждый день умерших. Возили сюда их на лошадях, как правило, потом на грузовиках. Не очень много известно нам, кто здесь лежит. Но точно статистикой мы не обладаем, но считаем, что не менее 20 тысяч. Разными путями вот за 20 с лишним лет. Здесь 83 имени мы установили. Пока все то, что нам известно. Но не дают архивы. Просто не дают. Надеемся, что дадут когда-нибудь. Бедренная кость. Зуб. Ребро. Трудно определить.
какое слишком изменилось. Позвонок шейный. Это, скорее всего, часть лучевой или локтевой кости. Так трудно сейчас сказать. Это часть черепа. Бороздки сосудов. Тяжелая история, когда город строили заключенные. Они строили в первую очередь завод. Но кроме того, они, конечно, строили Северодвинск, наш город. Мы просто пытаемся восстановить память в городе о том, что о них помнили и знали, что были люди, причем были люди безвинно отбывавшие срок и построили наш город. И мы пользуемся до сих пор тем, что они построили. Эти дома деревянные, но эти дома наша мама не строила, она не могла просто она строить. Строила где завод, на заводе, потому что... а здесь нет, здесь исключено. Все, постоим, дальше не пойдем. Где колонна-то шла? Да, а колонна шла здесь, вот тут вот, колонна шла здесь. А мы стояли здесь. А мы стояли только где машина стоит? Мы стояли в том месте. А колонна шла по той стороне. А колонна шла с той стороны, и она шла туда. Мы знали, что мама у нас сидит в тюрьме, что их водят толпами на работу. Появиться как она могла? Мама типа появилась, да, в такой толпе, да. Да, в такой толпе. А она век не знала, что мы тут ее ищем. И она не знала, что мы тут стоим, тоже не видела. Да, конечно, мать знала бы, так мать бы смотрела. Да, да. Вот здесь мы и стояли, вот тут вот прямо. Все потом уже. Ну и все тогда больше тут. Здесь и был наш взгляд на нее со стороны. На колонну. На колонну, да, на колонну взгляд. У кого родители, бабушки, дедушки давно живут в городе? Какие-нибудь разговоры в семье об истории города были? Кто его строил, как строил, что кем построено? Были у кого-нибудь разговоры? Нет? Кто-нибудь слышал про Ягринский исправительно-трудовой лагерь, про заключенных, вот до того, как вы услышали здесь это в школе? Но тогда что в ваших семьях, как отношение к Сталину и вообще к той эпохе в разных семьях по-разному, а? У кого какое? Или вообще ничего не говорят? Неохотно как-то. Да, неохотно так. У меня, допустим,
Бабушка по линии мамы, она оценивает, ну, вообще полностью отрицательно, то есть она, ну, у нее были репрессированы родственники, и она против этого режима. А наоборот, вот бабушка по линии отца, она, ну, уважает этот режим, им дали квартиру в это время, и как бы, они ничего плохого не имеют с Сталином. Ну, хочет кто-то еще рассказать, как у вас в семье, если вообще говорят об этом? Особенно сейчас. Ага. Вы что, сегодня в вашей семье нельзя говорить о репрессиях? Там у меня вообще довольно-таки сложная история. Вот, ну, я тоже пытался собрать материал по репрессированным. И вроде как выяснилось, что у меня, ну, прадед по маминой линии, он не просто был заключенным, он был одним из строителей, при этом, которые вот добровольных строителей, не заключенных, которые строили именно эти лагеря. И вот, судя по тому, как мне это очень неохотно рассказывали, я почему-то так пришел к такому выводу, то, что из моей семьи хотят вот эту вот историю просто вычеркнуть из истории города и семьи моей. Вот. Возможно, вот мои родственники испытывают чувство стыда перед вот этими заключенными, которые как раз-таки вот страдали, вот мучились, строя наш город, в то время как вот этот мой прадед, он фактически, ну, у него не было таких тяжелых условий. По-моему, вот, скорее всего, у него, да, были хорошие условия как раз, потому что он, ну, он, во-первых, был, ну, как я уже говорил, он был добровольно пошел туда. Поэтому с ним как раз и отношение было совершенно другое. Он работал кем? Он. Ой. Он на стройке работал вместе с заключенными, нет? По-моему. Он почему испытывал чувство вины? Он вообще. Нет. Не он, а мы за него как бы испытываем чувство вины. Вы за него испытываете чувство вины? Вот да. Вот так вот. За то, что он строил наш город? Нет. Не за то, что он. За то, что он, по-моему, командовал вот этими вот как. Можно подскажу, да? Да, давайте. Он служил в охране в Эльманае. Да, в охране служил. Вот поэтому родственники, мы с Даней еще в прошлом году, по-моему, да, говорили. Поэтому он сейчас разговаривает и путается, не знает, как это сказать. Ну, да. Все, я говорю, все переплелось в наших судьбах. Все, да, у нас... Наш, ну, это надо наш сказать город, легче. Наш сказать. Город особенный. Да. Учитывая, что лагерь прямо в городе, работали бок о бок заключенные. Кто-то охранял, а кто-то просто на производстве был начальником. Наденьте ордена, ведь вам вручали их не зря. Вы спасли свою честь. С праздником вас, дорогие друзья!
видимо, почти каждую ночь из города приезжали фургоны зеленого цвета, привозили уже расстрелянных. Машина подъезжала к воротам через в заборе, в досках забора, через щель пропущено колечко тросика. Тросик тянется туда далеко, к дому охраны, где сигнальный колокольчик. Если машина приезжала, ворота, калитка открывалась, потом сразу же закрывалась, и наступала снова полная, абсолютная тишина. Из 11 гектаров леса 6,5 полностью были заняты этими погребениями, братскими погребениями. Это как будто сливалось к горизонту, как будто длинные рвы. Яма на яме, яма на яме, яма на яме. Из ночи в ночь. А вы знали, что здесь происходило, когда вы еще были маленькие? Нет. Принимали его ККБ, это кладбище. Никто не представлял об этом ничего. У нас это щек. Мы были в шоке. Нет, да какой щек? На удивление сильное. Ну, мы же ко всему привыкли. Наша история сложная, история страны. Поэтому какой щек? Были и пострашнее времена. А сейчас что у нас? Дружбы нет. Все друг на друга. Тоже шок. Ну, вы хотели бы вернуть в советское время, как бы вам бы хотелось лично? Ну, это уже провокация. Да, это уже провокация, поэтому мы... Ну, мы так и не имели в виду, просто... Да, ну... Ладно, все. Ну, в Советском Союзе тоже, кстати, было очень прекрасно. Вот ничего такого страшного. Ну, а никто не ожидает, что все страшное. Нет, у меня мать, наоборот, они плакали, когда вот началась эта демократия. Ну, а дядьки, которые прошли всю войну, да, они говорили, что вам еще Ельцин еще преподнесет подарки. Ну, так что тут думать каждому надо о своем. Ну что, поехали? Могу я в музей? Да, вот он. Я в музей. А можно посмотреть музей, да? Ну, конечно. Да, отлично. Ну, пойдем пока. Сталин, да. Ну это же сталинская эпоха, правильно? Мы же не можем сюда повесить кого-нибудь другого. Да? А почему он не должен быть Сталин? Он был наш руководитель. Я вообще сейчас хочу найти очень сложно бюст Сталина, чтобы сделать музей дальше. Потому что это эпоха, это наша эпоха, и никто от нас ее отобрать не может. Правильно? Это, может, вы считаете, что это плохая была у нас эпоха, а мои родители это не считают. Они были и рады, что жили тогда.
Denkt hij dat Stalin verantwoordelijk is voor de doden die hij heeft? Ну а почему вы думаете, что один Сталин вот во всем виноват, один Сталин? Ну, главное, это точно. Для меня это, конечно, как главный организатор, это понятно. Там были и другие, Ежовы. Ежова Сталин поставил, это мелкая сошка. А вообще, для меня, да, главный, конечно, организатор, это да. Естественно, он... Так что это музей. Сталин и будет Сталин. Ясно, да? Все. В каком-то контексте. Ну, когда вы учились, чтобы... Ну, я не знаю даже, в каком, как бывает. Ну, парад идет, например, война. Скорее, факты рассказывали какие-то и все. Положительные, отрицательные? Нету оценки положительные или отрицательные. Ну, есть факты, которые плохо характеризуют. Мой отец хорошо очень историю знает. Слишком хорошо, чтобы кого-то дьяволом обзывать или ангелом. Ну, просто факты бывают, вот. Факты, и, которые украшают человека, и факты, которые его наоборот... Просто каждый факт, он имеет свою причину, не забывайте, то есть... Это другой вопрос, но все равно есть факты, которые... Очень трудно, наверное, преподать так, что вот в таком-то году произошло то-то, и это было только из-за того, что Сталин тиран, да? Нет, там, выбросить 20 лет там истории до этого, там, да, что там случилось, почему это... Почему вообще начали людей расстреливать, да? Вот. Ну, почему гражданская война началась? Я считаю, что в принципе, как мы осудили нацизм, который расстреливал людей просто так, просто потому что они евреи, просто потому что они гомосексуалисты, просто потому что они цыгане, просто потому что и так далее. Список можно очень долго продолжать. Я не говорю про политическую борьбу, которая тоже была в Германии, я говорю именно, когда расстреливали людей просто потому что они... кто-то. А у нас в России, в России разве так было? Разве вот была какая-то идеология, то есть теория коммунизма, которая призывала, я не знаю, призывала кого-то расстреливать. Ни к чему не призывала. Это, это же в нацизме было, да, когда были ученые там, которые этим занимались. Арийская раса, все дела. Да, это все хорошо освещено, это был Нюрнберг, мы теперь все это знаем. А у нас это же как раз таки связано было с политикой. Все станут. Нет, да. Вы не будете в этом маске. Смотрите, давайте вот так. Все снимайте обувь, пожалуйста, ребят. На эту часть наступать. Да, на эту уже можно наступать. В этом месте. Мы здесь, как профессиональное сообщество, пройдя определенный отбор на основе конкурсных испытаний. Мы здесь для того, чтобы не быть запутанными и не позволить русских людей одурачить, обмануть, ввести в заблуждение. Это сверхцель, сверхзадача. И это определит нашу цену как экспертов. Наша история, она знает немало кровавых страниц. И, к сожалению, эти страницы имеют место быть. И нужно из них извлекать некий урок и опыт. Допустим, тот же сталинский период. Это великие репрессии, великие гонения своего народа, когда, казалось бы, все должно строиться на тех принципах, которые он предлагал по марксизму, то есть всеобщее равенство и так далее. Нужно было воспитать нового человека, нового гражданина. И это, конечно, было очень вероломно и очень болезненно для российских граждан. Альтернативная
точка зрения, что сделал Сталин и почему, когда он умер, за ним шли люди, которые рыдали о человеке, который, да, на первый взгляд убил, да, в каждой семье почти была потеря, шли рыдали. Благодаря Сталину и, возможно, благодаря репрессии была одержана победа в Великой Отечественной войне. И тем не менее, именно при Сталине эти репрессии имели место, и тем не менее, именно столько людей убили именно при Сталине. И насчет того, кто выиграл Великую Отечественную войну, историки все-таки спорят. Я сейчас не буду говорить своего мнения, я просто скажу, что на другой стороне вопроса стоит тот факт, что, возможно, это не заслуга Сталина, совершенно не заслуга Сталина, а заслуга русского народа. Заслуга тех 27 миллионов людей, которые пали на полях сражений. Я могу с тобой не согласиться в плане того, что там нет заслуги Сталина. Там прямая заслуга Сталина. К сожалению, ты не знаком с рядом вновь рассекреченных документов, в которых явно видно, что ставка Верховного Главнокомандования о нападении на нее Германии была осведомлена и проводила подготовительные меры. Вот, конечно, 30-е, 40-е, 50-е годы, как уже неоднократно было сказано, это одновременно и слава, и одновременно и боль нашего государства. Но здесь нужно отметить очень важный факт. Мы, как профессиональные историки, еще 30-е, 40-е, 50-е и последующие года так таковой истории не считаем. По одной простой причине, что живо то поколение, которое эту историю творило. Вот как этого поколения не будет, тогда можно будет дать более-менее справедливые и взвешенные оценки. То есть процесс изучения его продолжается. Лет ни за что. И было 32, и вышло 42. Мама у нас говорила, виновата жизнь. Да, судьба виновата. В то время такое тяжелое время было, вот и все. А тут кто она виноват? Она никого не винила, она никого, говорила, никогда. Виновата жизнь. Да. А власти, Сталин? Никого ничего. Не винили. Никого не вели, ни Сталина, ни власти никого не винили. А кто вашу маму предал? Она была еще моему у отца двоюродный брат, так она двоюродного брата жена была. Ну да, так было, так судьбе угодно. Мы ничего больше сказать не можем. Что мы можем сказать? И ничего изменить не можем. Она родственник или? Ну, она родственница по отцу. Вот и как родственницы мать и больше поверили. Да, может быть. А говорила-то она все. А перевернули-то на маму все. Перекинули. Ну что теперь говорить? Все. Отговорено уже теперь. Так, скажите, зачем вам это надо? Для истории. Для истории, да? Ну да. Ясно. Mm-hmm. Хотите просто эту историю эту написать и сохранить? Так, еще чего? И куда она у нас будет в России, эта история, не будет? Просто она будет в Голландии, да?
не будет, не очернили никак ничего нашу Россию этим. Нет, да? А то мы вот такие вот поднимаем такой, ну, вот такой что? Вопрос, что может быть... И нас-то арестуют. Да кому мы нужны? Что, в общем, такой вопрос. Вопрос серьезный. Мы вам его все разъяснили, все подробно. Потом не будет никаких последствий. Вот. Нам. Нам-то не будет с собой ничего. Это же фильм, это не только же мы. Дальше еще не в Каргов, едут еще в Котлас, еще куда-то едут, еще туда. Так потом не будет, это будет как история или какое-то очернение России. Что вот вы хотите Россию как вроде бы поставить, что вот она такая нехорошая, что вот она так вот поступила, потому что в каждой стране свои есть недостатки. Что вот Россия такая, такое правительство в России нехорошее, вот делало вот такие поступки. Мы-то хотим, что хотим сказать, чтоб она не обернулась бумерангом обратно на нас. На Россию. На Россию. На нас-то нет. На нас-то может не дойти. Да. Чтоб не получилось так, что мы очернили свою Россию. Свою страну.